По первому образованию я инженер-математик, всю жизнь работаю в проектной сфере IT. В какой-то момент работа стала рутинной и превратилась в операционную, поэтому я пошел в магистратуру для получения новых знаний. Я выбрал профиль прикладной психоанализ, потому что он рассматривает человека в качестве субъекта, а не объекта. И мне это стало интересно. Я погрузился в мир психоанализа и выбрал для себя наиболее понятные моему восприятию теории, которые до сих пор изучаю. Это Кляйн, Малер, Кохут, Болби. Хочу отдельно отметить и поблагодарить просто волшебных преподавателей, они с огромным вниманием относились к каждому студенту. Сейчас я продолжаю работать в IT и параллельно работаю психологом. В будущем я планирую полностью мигрировать из IT в психоаналитическое консультирование, и магистратура в Московском институте психоанализа дала мне эту возможность. Изучение психоанализа – это интереснейшее и увлекательное путешествие в мир бессознательной части психики человека. Здравствуйте! Мое имя Екатерина Сергеевна Мордос. Я являюсь кандидатом психологических наук, доцентом кафедры основ клинического психоанализа и академическим руководителем магистерской программы «Прикладной психоанализ и психоаналитическое консультирование». Психоанализ – это один из базовых и самых глубинных направлений в психологии, в основе которого лежит исследовательская деятельность и клиническая практика всем известного основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда. Психоаналитические идеи применимы к исследованию социальной жизни человека, экономики, политики, религии, культуры, межличностным отношениям. Наше обучение направлено на развитие способности психоаналитически мыслить, понимать глубинные психические процессы человека, включение в практику психоаналитического консультирования, диагностики и супервизии под руководством ведущих российских и зарубежных специалистов. Практика проходит в клинических и консультативных центрах психологической помощи. Магистранты наблюдают индивидуальное семейное консультирование с последующим обсуждением. Таким образом, вы можете почувствовать в реальной деятельности особенности работы метода психоанализа и создать свой собственный стиль практики консультирования. Если же у вас нет желания заниматься практикой консультирования, вы можете углубиться в научно-исследовательскую деятельность, изучать жизнь и творчество личности через призму прикладного психоанализа. Студенты, успешно завершившие обучение по данной программе, имеют возможность трудоустройства психологом в различные социальные, педагогические и психологические организации или вести частную практику.